Жаворонки принесите, студеную зиму прогоните, весну тепло принесите. В самарском зоопарке призывают весну. Старинный славянский праздник «Жаворонки» отмечается испокон века. Говорят, птички на своих крыльях приносят тепло. А чтобы весна не задерживалась, жаворонков пекут из теста. Это очень вкусные такие печеные птички. Они хорошо, их очень любят дети. С чаем, с вареньем, с медом. Жаворонок – первая птица, которая возвращается с юга в родные края. Их можно встретить в полях, лесах и лугах. Зоологи говорят, в неволе птицу держать нельзя. Заскучает пернатый по необъятным просторам. Он выживет, этот жаворонок, но он будет сидеть грустный, смотреть по сторонам. И жаворонок – это в первую очередь не какая-то яркая птица. Он достаточно серенький сам по себе, да? Внешний вид, но любитель у него. Жаворонок – это такая птица, у которой самые красивые песни. Вот заставка передачи «В мире животных». На самом деле это песня жаворонка. Если верить древнерусскому обычаю, то чтобы поскорее пришла весна, нужно не бояться замарать руки. Поэтому берем кусок теста, раскатываем его в жгутик и связываем в узелок. С одной части у нас получается голова жаворонка, а с другой – хвостик. Голову украшаем глазками, а хвостик надрезаем. Ну что ж, жаворонка мы сделали, так что ждем весну со дня на день. Марианна Мирная, Алексей Золотенков, «События».